Знали ли вы, что вы можете вести вполне нормальную жизнь даже с 20% функцией почек? Именно поэтому последовательное ослабевание и постепенное повреждение наших почек часто долгое время остаются незамеченными. Иногда даже распространенные привычки могут наносить урон нашим почкам, а когда проблемы, наконец, обнаруживаются, может оказаться уже слишком поздно. Наши почки – удивительный орган. Они вырабатывают гормоны, фильтруют кровь, поглощают минералы, вырабатывают мочу и поддерживают здоровый кислотно-щелочной баланс. Без почек не может быть жизни, и китайцы считают их местом сосредоточения важнейшей жизненной энергии. Забота о наших почках неразрывно связана с заботой о нашем здоровье и благополучии. Если вы хотите, чтобы наши почки были здоровы и хорошо служили вам в обозримом будущем, вам стоит избегать привычек из представленного ниже списка. 1. Привычка пить сахаросодержащие газированные напитки. Согласно исследованию, в котором участвовали сотрудники Осакского университета в Японии, употребление двух или более газированных напитков в день, как диетических, так и обычных, может быть связано с повышенным риском заболевания почек. В исследовании участвовало 12 тысяч сотрудников, и у тех испытуемых, которые употребляли большее количество газировки, в моче чаще обнаруживался белок. Белок в моче, протеинурия, это ранний признак поражения почек, но при условии обнаружения на ранней стадии болезни еще можно вылечить. 2. Курение. Было установлено, что курение связано с атеросклерозом. Сужение и затвердение кровеносных сосудов влияет на кровоснабжение всех жизненно важных органов, в том числе почек. Согласно результатам исследования, опубликованным в английском журнале Clinical Pharmacology and Therapeutics, двух сигарет в день достаточно, чтобы в нашей крови вдвое увеличилось количество эндотелиальных клеток. Это признак повреждения артерий. В журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology говорится о различных исследованиях, проведенных с 2003 года, в результате которых была установлена связь между курением и ухудшением функции почек. 3. Недостаток витаминов 6. Для хорошего функционирования почек большое значение имеет здоровое питание. Согласно исследованиям, проведенным в Медицинском центре Мариленского университета, недостаток витаминов 6 повышает риск образования камней в почках. Для оптимального функционирования почек нужно ежедневно употреблять как минимум 1,3 мг витаминов 6. Богатейшими источниками витаминов 6 являются рыба, горох, говяжья печень, картофель и крахмал, содержащие овощи, а также фрукты, за исключением цитрусовых. 4. Недостаток физических упражнений. Физические упражнения – еще один способ защитить свои почки. Результаты крупного исследования, опубликованные в Journal of the American Society of Nephrology, свидетельствует о том, что женщины после наступления менопаузы, занимающиеся зарядкой, оказались на 31% менее подвержены риску образования камней в почках. Говоря в общем, поддержание здорового веса сократит шансы образования камней в почках. 5. Недостаток магния. Если вы не получаете достаточно магния, организм не может надлежащим образом абсорбировать и усваивать кальций, что может привести к переизбытку кальция и образованию камней в почках. Чтобы предотвратить этот процесс, употребляйте зеленые овощи, бобы, семена и орехи. Полезный авокадо также является хорошим источником магния. 6. Частое нарушение сна. Все мы любим здоровый ночной сон. Любят его и наши почки. Как сообщает американский информационный портал Science Daily, хроническое нарушение сна может вызвать заболевание почек. По словам кардиолога, профессора медицины и психологии Университета Торонто доктора Майкла Сала, Ночью ткань почек обновляется, поэтому депривация сна может вызвать прямое поражение этого органа. 7. Употребление недостаточного количества воды. Чтобы наши почки выполняли свои функции, им необходимо достаточное количество воды. Если мы пьем недостаточно, в крови могут начать накапливаться токсины, что обусловлено недостатком жидкости, которая бы вымыла их из почек. Национальный почечный фонд США советует пить как минимум 12 стаканов воды в день. Легкий способ проверить, достаточно ли вы пьете, это обратить внимание на цвет мочи. 8. Несвоевременное опорожнение мочевого пузыря. Когда природа зовет, стоит прислушаться. Удержание мочи в мочевом пузыре – плохая идея. Если это происходит регулярно, существует риск повышения давления мочи в почках, что может привести к почечной недостаточности или к недержанию. 9. Употребление чрезмерного количества натрия. Соль важна для организма, но ее употребление стоит ограничить. Чрезмерное употребление соли может увеличить кровяное давление и оказывать слишком сильное давление на почки. В день следует съедать не больше 5,8 грамм соли, поэтому ей нельзя злоупотреблять. 10. Слишком много кофеина. Часто мы употребляем намного больше кофеина, чем нам кажется. Кофеин входит в состав многих безалкогольных напитков и газировки, Поэтому еще до того, как мы об этом узнаем, наше кровяное давление подскочит, а почки начнут жаловаться. 11. Злоупотребление более утоляющими средствами. Слишком часто мы принимаем лекарства очень быстро, в излишнем количестве и не так, как это следует делать. Когда возникает боль, очень легко просто проглотить таблетку. Но вам стоит подумать дважды. Все фармацевтические препараты вызывают побочные эффекты, и многие из них поражают почки. Но в то же время есть лекарства, которые следует принимать. Подробнее в следующем пункте. 12. Игнорирование необходимости лечения. Высокое кровяное давление и диабет второго типа – это два очень распространенных состояния, которые часто вызваны образом жизни или неправильным питанием. Если вы уже страдаете от какого-либо из этих двух недугов, берегитесь урона, который они могут нанести нашим почкам, и защищайте свои драгоценные органы, принимая предписанные лекарства. 13 слишком много белка. Согласно Гарвардскому университету, слишком большое количество белка в нашем рационе вредит почкам. Побочный продукт переваривания белка, аммиак, это токсин, который должны нейтрализовать наши перегруженные почки. Чем больше белка, тем больше нагрузки на почки, которая через некоторое время может привести к ухудшению функции почек. 14. Несвоевременное лечение распространенных инфекций. Все мы иногда грешим тем, что игнорируем обычную простуду и грипп, и доводим свой организм до истощения. Но это может вызвать повреждение почек. Исследования показывают, что люди, отказывающиеся от отдыха и надлежащего лечения, часто подвергаются заболеванию почек. 15. Чрезмерное употребление алкоголя. Содержащиеся в алкоголе токсины вредят не только нашей печени, но и почкам. Согласно некоммерческой организации Kidney Health Australia и Американскому почечному фонду, один из способов избежать заболевания почек ⁇ это умеренное употребление алкоголя. Ставьте лайки. Спасибо за просмотр ролика. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.